2020 год. Лед. Разбили, правда. Но это со льда. Начинает капать. Но это Сочи. Плюс 9. Днем плюс 12. Так что Новый год мы встречаем, провожаем старый с каплями, сосульками. Я всех своих подписчиков поздравляю с Новым годом. С новым 2020 годом. С города Сочи. Всем привет-привет. Желаю всем здоровья, удачи, благополучия в семье. С Новым годом 2020. В городе Сочи. Водопад. Символ олимпийский. Сейчас дядя смотрит. По набережной он идет. Не то Дед Мороз, не то Нептун. С мешком. Наверное, Дедушка Мороз. Дедушка Мороз или Нептун? С Новым годом! С Новым годом, с новым счастьем! 1 января, 12 часов дня. И мы сегодня пришли на главную площадь, где находится елка. Потеплело, было плюс 9, сейчас немножечко к 12 часам потеплело, утих ветер. Вот это центральная площадь города Сочи. Вот он, в осадке. Вечером, конечно, они горят. Осадочки. Карета. Елочки. И основная елка. Елка. Там Дедушка Мороз. И елочка. Я его обнимаю, Дедушка Мороза. Мы идем по центральной улице города Сочи, улица Новоодинская. Нужно обязательно подойти и потрогать их за носики. Никулин. Никулин. Девочка, да. Это за носик, за носик. А это посвященные памяти актерам, которые играли «Бриллиантовую руку». Вот они. Если узнаете, тоже нужно обязательно потрогать за носик одному актеру и Папанову. Вот он. Вот он. Привет, привет. Вот вот из такого огромного-огромного куста я стою. Огромный просто. И пальмы. Здесь. Вот выглянуло солнышко. У нас уже потеплело здесь. Так что будем гулять сегодня целый день по городу Сочи. Народ гуляет, встретим Новый год, там елочка. Гуляем по Сочи, прохладненько, местные люди вообще одеты, путаются. Так.